Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Хозяйка горы» второй сезон. «Хозяйка горы» второй сезон. Дата выхода сериала. По одной из теорий образования материков, как мы их можем видеть на данный момент, при образовании Евразии было столкновение двух материков, что вместе удара создало складки. Так геологи объясняют появление Уральских гор. И действительно, если посмотреть на те же Альпы или Гималаи, мы можем увидеть меньшую работу эрозии ветра и воды, потому и Уральские горы ниже, чем выше приведенные примеры. Однако, сколько бы им ни было лет, полезных ископаемых там не стало меньше, наоборот, их периодически вымывает водой на поверхность, что позволяет периодически выискивать прииски драгоценных металлов и камней. Сюжет сериала «Хозяйка горы». Одним из таких приисков были изумрудные копи на территории современного шахтерского поселка Каменный. Им во время монархического строя в Российской империи владели Тумановы, княжеский род, последней представительницей которого стала княжна Мария. Во время Советской революции и беспорядков в государстве принадлежность к аристократии была равнозначна смертельному приговору, а уж если есть какие-то активы, вроде коллекции изумрудов, то смерть не обещает быть легкой. Тем не менее, Мария пережила и вытерпела пытки, так и не сказав насильникам местонахождение клада, но прокляв их и каждого, кто на них позарится. Зная это, местные жители и в мыслях не вспоминают о существовании целого состояния, даже имя княжны стараясь не вспоминать и не произносить вслух. Но время и научные достижения влияют на умы всех, кто приобщился к материальному миру. Любое происшествие и явление теперь объясняется с точки зрения логики и науки. Неудивительно, что нашлась особа, бросившая дерзкий вызов суевериям, просто не веря в подобную возможность. С этого момента жизнь нашей с вами современницы меняется кардинально, безоговорочно и навсегда. Именно в этот день отец девушки находит в одной из выработок шкатулку, наполненную уже ограненными и частично оправленными камнями невероятного размера и чистоты. Однако, что если проклятие действительно существует? Ведь страдать начинают все окружающие, хоть сколько-нибудь связанные с семейством Кошкиных. Когда выйдет «Хозяйка горы» второй сезон? Ожидать выхода второго сезона телесериала «Хозяйка горы» следует летом 2022 года. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.